Всем привет! Смотрим сегодня видео, как вы встретите Новый год. Много было запросов, неожиданно для меня. Вот, ну, запросов много, поэтому видео делаю. Завтра буду делать видео, как он встретит Новый год. Позиций сегодня будет 3. Выбирайте для себя колоду. Это таро «Исцеляющий свет», это таро «Золото на черном», это двустороннее таро. Какое нравится, какое привычнее, либо цифру 1, 2 или 3. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. И начиная с первой позиции, я начинаю смотреть. Итак, сначала я смотрю сигнификацию того состояния, либо той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Если резонирует, то смотрите до конца. Если не резонирует, соответственно, значит, не смотрите. Итак, ваша ситуация на сегодняшний день. Такое, знаете, вот глубокое разочарование. Либо момент, что ситуация нерешаемая, долго нерешаемая, и пока ни выхода, ни какого-то намека на то, чтобы, да, можно было выйти, здесь нету. Так, мечты. Женщина, которая мечтает о своем личном счастье. Здесь либо любовный треугольник, когда вы столкнулись с человеком несвободным, либо здесь ситуация, когда вы находитесь в четырехугольнике и тоже понимаете, что из этого не выбраться. Либо здесь момент, что в принципе, да, хотелось бы уже обрести свое собственное счастье и не смотреть, как другие живут себе, поживают семьями, а у вас здесь никого. Почему говорю несколько вариантов? Потому что здесь действительно подходит, да, несколько вариантов. Самое главное здесь: я хочу быть любимой, я устала от разочарований. Я мечтаю о счастье, я мечтаю о том, чтобы стать там женой, там для кого-то мама, да, мамой стать. Может быть такая, да, безвыходная ситуация, что, ну, долгое время не получается. Поэтому смотрите, для каждого своя здесь ситуация. Но я еще здесь дополню для полноты картины и для большей точности. Итак. Здесь еще показан момент ухода. Не знаю, вашего ухода из какой-то ситуации. Либо человек ушел, отвернулся от вас. Это может быть и прекращение взаимоотношений по работе. Но здесь момент не добровольное, а здесь вынужденное. Неприятное внутреннее состояние, боль, разочарование и сожаление. И все это, знаете, вот под некрасивым каким-то соусом. Далее здесь случается у вас трансформация. О чем здесь трансформация? Ожидание любви. Я больше здесь, конечно, склоняю, что здесь сейчас какая-то любовная, может быть, драма, может быть, неприятная ситуация, когда вот боль, да, и боль не отпускает, и хочется уже найти того самого человека, с которым было бы все хорошо, и все сопровождалось тем, что, ну, вот вынужден, да, вынуждены, закончены отношения были, либо человек, неожиданно предав, ушел. Вот. И, соответственно, да, вот как будто бы надо что-то начинать заново. Но заново что? Вот снова выстраивать отношения с новым человеком. Может быть, конечно, здесь показано, что вы уже дождались нового мужчины, но здесь пока старая боль не отпустит. Здесь не видите точек соприкосновения с новым человеком. Еще здесь такой момент. Я думаю, что сигнификации здесь будет достаточно, потому что те, чьи ситуации здесь показаны, вы в любом случае почувствуете, что это именно ваше и это о вас. Давайте смотреть ваш Новый год, как вы его встретите. Итак, как вы встретите свой Новый год? Вы его встретите, видите, здесь показан праздник, здесь показан момент, что вам будет радостно, вы будете довольны. Отметите в любом здесь случае, причем не одна, здесь компания. Вообще бы компания мужчины. Но здесь, конечно, может быть в компании подруги, но подруга, скажем так, тот еще мужик в юбке, да, с таким вот боевым характером. Но я больше здесь склоняюсь, что в компании здесь может быть друг, да, или здесь может быть сын, опять же, для тех, у кого сын взрослый.
отметите с таким намерением, что многое чего оставите в уходящем году. Тут буквально даже тост будет, да, что в Новый год с новыми мыслями, с новыми планами, с новыми идеями, и трансформация ваша здесь закончится, вот, подготовка, да, себя к чему-то новому. Здесь идет большая ставка именно на Новый год, что в ночь, да, с 31 на 1 я провожаю старый год и оставляю в нем что-то, да, что приносит боль, разочарование. Не знаю, бумажку вы зажжете и пепел развеете в воздухе, да, здесь, потому что может быть, да, какой-то своеобразный такой вот ритуал, может быть, это что-то новое вы для себя придумали, может быть, вы это делаете каждый год, но здесь момент, что, видите, вот квантовый прыжок вообще вот в какое-то здесь даже перерождение. Что еще здесь? Для тех, кто находится без работы, либо на грани потери работы, на грани увольнения, здесь будет новая работа. Для тех, кто находится в жизненно стесненных, не в жизненно, финансово стесненных обстоятельствах, эта ситуация здесь тоже закончится, будет здесь налаживание. Те, кто ждет какой-то финансовой помощи и уже обратились, да, с просьбой, и, возможно, вам даже уже отказали, либо вам скажут, нет, все-таки мы передумали, пожалуйста, либо вы найдете совсем другую помощь. Потому что, видите, восьмерка пентаклей разбивается башней, но после нее тройка пентаклей, что здесь все налаживание, налаживается в особенности по финансовым моментам. Как еще вы встретите Новый год? Ну, вы не одна будете здесь в Новый год. В любом случае, одиночество, когда вы сама с собой встречаете, когда вы сама поднимаете наедине бокал шампанского, такого здесь нет, да? Определенно не одна. И здесь люди, с которыми можно будет поговорить о будущем, люди, с которыми можно будет поговорить о изменениях. И эти люди вас хорошо поймут. Это любимые люди. Более того, потому что двойка кубков, это люди, которые абсолютно не посторонние и абсолютно доверительные отношения с ними. В Новый год расставите точки над «и» здесь в любом случае. Долой тайны, долой двусмысленность, долой, если это любовные треугольники, долой любовные треугольники или четырехугольники, потому что здесь надоело. Да, и вперед в новую жизнь, закрываясь, сейчас посмотрю, закрываясь от разочарований, да, вас здесь, знаете, здесь такой будет девиз, что все, год закончился, и год был довольно-таки сложный, принес много разочарований, много ситуаций, которые заставили поволноваться, но в эту волшебную ночь, 31 на 1 января, с 31 декабря на 1 января, наконец-то, да, что-то такое произойдет свыше, что-то такое произойдет в вашей душе, когда вы открываетесь полностью новому, а старое оставляете вот в архиве, да, уходящего года. Вот такой здесь получился расклад. Я надеюсь, что вам расклад понравился. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам провести ваш Новый год, праздник еще круче даже, чем показали карты, но в любом случае здесь хорошо, что вы не в одиночестве. Люди рядом, которых вы с удовольствием обнимете, они с вами будут и вперед в новое. Это, конечно, здорово. Всего вам самого наилучшего. В любом случае, это уже пожелание от меня. Итак, вторая позиция – это таро «Золото на черном». Внимательно слушайте сигнификацию, потому что она показывает ваш расклад или нет. И если расклад ваш, то вы слушаете до конца. Если нет, то смотрите первую позицию, либо третью. Выбор есть. Итак, сигнификация. Вторая позиция. Что у вас здесь? Женщина, которая... Здесь больше характер, да, которая не поддается обаянию, которая не будет от того, что ей сказали «я тебя люблю», или от того, что она влюбилась, терять голову, рассудок. Здесь женщина, которая знает, что она хочет. Здесь женщина, которая принципами своими сейчас держит прежде всего мои желания, мои цели, моя работа, мой заработок. И здесь...
такой характер, который, ну, вряд ли может что-то, вот какое-то чувство пронять, да? Или здесь момент, когда вы не открываете кому бы то ни было душу, сердце, никого туда далеко и глубоко не пускаете. Ну, здесь, как правило, скорее всего, о любовных взаимоотношениях, да, что, может быть, был прецедент, когда вы зареклись в кого-то сильно влюбляться и отдавать ему всю себя. Потому что здесь любовь к себе, но любовь такая хорошая, да, что я сама себе начальница, я сама себе спонсор, я сама себе сделаю все, что я хочу. Если не я, то больше некому. Да, сама себе самый лучший друг и сама себе самый худший враг. Женщина, которая разобралась с трудностями, сложностями и с проблемами. Но видите, здесь разобралась именно, когда она поняла, что она может надеяться только на себя. И когда она поняла, что любовь любовью, а есть цели и есть работа, да, либо есть бизнес, в который все-таки стоит больше вкладывать своих душевных и эмоциональных порывов, нежели в отношения. Может быть, здесь такая ситуация, что, в принципе, да, здесь в отношениях между вами и с вашим мужчиной здесь все хорошо, да, но любовь уступила место взаимному уважению, и когда вы уже не дергаетесь, почему не позвонил, а где он и с кем он, когда вы просто целенаправленно сосредоточились на своих собственных задачах, да, взаимное уважение, каждый из партнеров занимается своим собственным делом, но как бы то ни было, здесь женщина, которая решила здесь большую часть, если не все, вот, из своих каких-то проблем, из сложных ситуаций, просто разрубила. Вот, и теперь самое главное для нее именно она. В прошлом здесь показан, опять же, какой-то был уход. А теперь в будущее я смотрю, ну вот видите, никому не верю, да, никому не верю, никому не доверяю. И уход здесь может быть там от начальника, да, от работодателя, да, здесь может быть мужчина здесь. И теперь я только сама буду отвечать за свои слова, я буду контролировать все, что мне говорят, и также я буду контролировать все, что я говорю, все, что я делаю. Вот сама себе начальница. Но здесь здорово, здесь позиция сильной женщины, которая во главе всего ставит сначала себя, а потом уже всех остальных. Это не гордыня и это не нарциссизм, нет, нисколько. Это ситуация, когда человек четко понимает, что мои проблемы никто не обязан решать, да, и со своими проблемами я не должна ныть. Проблема есть, я ее решаю. Если я ее не решаю, то я тогда понимаю, что ничего не улучшится, да, вот без моего личного вмешательства. Все в моих собственных руках. Ответственность за неудачи девочки во второй позиции берут в свои собственные руки и никого не обвиняют, да, и ни от кого не жду, что вот, а если бы он там или она мне сделали, я бы тогда бы не оказалась бы в этой ситуации. А если бы помогли, здесь нет, здесь помощи никто не ждет, потому что понимают, что вот они, есть руки, есть голова, есть ноги, и свои проблемы я решу сама. Хорошо, если ситуация резонирует, смотрим дальше, как вы встретите этот Новый год. Кто-то вас здесь огорчит. Угу. Здесь, знаете, либо в новогоднюю ночь, либо в канун придет какое-то сообщение, или придет какая-то сплетня, придет какая-то весть, которая вас здесь расстроит. Угу. Да, как-то по воздуху, да, вот какой-то слух, причем от близких людей. Вы в этой ситуации помочь не сможете, но такое, знаете, вот новогоднее настроение, оно будет с такой вот какой-то червоточинкой. Девочки, не обижайтесь, да, что в праздник, да, вот может что-то такое быть, но все мы знаем, да, что и праздник не праздник, в наших жизнях рядом с радостью идет какая-то печаль, да, рядом с радостью есть какие-то моменты, которые нас разочаровывают. Моя задача посмотреть ровно то, что показывают карты, и
Ну, а ваша задача либо слушать, либо если вам это не нравится, то закрывайте. Не хочу никого намеренно расстраивать, там, разочаровывать, нет. Не моя задача. Но те, кто дослушает до конца, те, кто потом мне отпишутся, так это или не так, я вам буду очень благодарна. Что еще? Ну, давайте, будет какая-то, да, новость, которая, ну, осадок неприятный оставит. Хорошо. А еще как? Что? Ну, смотрите, ну, параллельно с этим, как проведете в семье, да, рядом с родными, близкими людьми. А, даже если это не личное, да, такое общение, может быть, вы на работе будете, да, но, тем не менее, какое-то, да, вот общение, поздравление сейчас в соцсети у нас позволяют праздновать Новый год хоть где, и мы будем видеть своих родных, близких людей. То есть общение здесь будет. И здесь Новый год, вы скажете, да, Новый год отметила довольно-таки хорошо, но как? Десятка пентаклей и рыцарь пентаклей, конечно. И причем здесь Новый год у вас, я хочу сказать, затянется. Но это может быть, что Новый год, если, допустим, на работе, то 1 января там я к подруге в гости съезжу, да, 2 января я поеду там к сестре, там, 3-го и так далее, так далее, так далее. То есть ваше празднование Нового года, оно здесь затянется. И имейте в виду, что здесь и траты будут, но траты здесь такие приятные. И подарки тоже здесь. Ну, понятно, Новый год, куда без подарков, ну, получаете. И тоже, да, подарки будете получать или поздравления даже спустя довольно долгий период после Нового года. Такой здесь момент. Будет момент, когда вы будете думать, блин, столько денег потрачено, да, или куда потратились деньги, но вы всегда найдете какой-то резерв, либо подарят вам, либо это премия, либо бонус, что-то такое, то здесь в любом случае, даже потратившись, все равно останетесь при деньгах, не при своих, так какой-то здесь новый источник, новый резерв. С планами на Новый год, но здесь, видите, Дама Пентаклей, она вряд ли будет думать о чем-то таком. Я хочу любви, я хочу загадать себе там новые отношения. Нет, здесь женщины, которые будут загадывать себе в Новый год деньги, возможности, реализацию, учебу, открытие бизнеса, там, открытие какого-то дополнительного направления, поиск работы там более денежной, либо как на своей работе продвинуться, улучшить. Встреча Нового года, да, вот под эгидой финансов. Финансы здесь будут вполне себе достойными, и даже, я говорю, здесь какой-то дополнительный бонус. И планы здесь точно так же у вас. Либо это желание будет загадано, либо это действительно уже цель будет, что будете ждать еще увеличение доходов, да, либо своими собственными силами, да, это бизнес, какое-то свое занятие, которое приносит деньги, либо это с работой будет связано. Вот такой у нас второй расклад. Ну, дамы Пентакли у нас, дамы всегда серьезные. Не переживайте, что что-то немножечко вас огорчит, зато праздновать потом будете долго, и я думаю, даже устанете от того, что и вас поздравляют, и вы поздравляете, и как-то все это затягивается. Но это приятные хлопоты. Я желаю вам всего самого наилучшего в новом году. Желаю вам встретить Новый год круто, ярко, интересно. И всего вам самого наилучшего. Мы смотрим третью позицию для тех, кто загадал двустороннее таро или позицию номер 3. Внимательно слушайте сигнификацию. Она покажет, ваша ситуация или нет. Если ваша, слушайте до конца. Если нет, то нет. Есть первая, вторая позиция. Итак. Сигнификация. Печаль прошла здесь, хочется сказать. Была какая-то печаль, не знаю, накануне, недавно, либо период был, когда какие-то расстройства, разочарования и слезы здесь в том числе. Вот, но оно ушло, да, вот все это показано в прошлом. Но, видимо, это довольно-таки серьезные переживания, что информация, они здесь, она еще осталась. На Новый год особых здесь ставок вот в третьей позиции я не вижу, потому что уже есть определенный налаженный
быт, там, определенная налаженная работа, отношения. И здесь момент, когда вы хотите, либо да, то, что вы будете загадывать на Новый год, чтобы все вот было так, как сейчас, да. Не хуже, да и лучше мне не надо, да, только чтобы вот хуже не было. Здесь момент, когда, знаете, вот чтоб не сглазить, да, вот пусть лучше будет так, и я не буду там желать там чего-то большего, да, чтобы не разочароваться. Вот, но самое главное, лучше мне не давайте, да, но и самое главное, хуже не делайте. Вот примерно вот такой вот смысл здесь пожелания, девочки. Если это так, то напишите мне, потому что мне идет, что сложности какие-то прошли, да, разочарования прошли. Все, помчалось вдаль, вот только спина вот этих моментов видна. В остальном здесь, если работа, то налажена, если отношения, то не налажены. Если это, допустим, там со всеми уже попрощались, и вы одна, то вам это нравится, да. Здесь не печаль, печаль она уже ушла. И здесь момент, что я не хочу, да, чтобы моя жизнь как-то кардинально менялась. Меня устраивает то, что есть на данный момент. Так, что еще здесь? Подруга, дочь, сестра или мама. Отношения прекратились. Отсюда и разочарование. Здесь как дополнили для тех, кто хочет сигнификацию более полную. Хорошо. А еще покажите мне про женщин, которые выбрали третью позицию. Что еще здесь дополнить сигнификацию? Ну, я говорю, здесь женщина приняла определенные решения в своей жизни. Есть в ее жизни сейчас правила определенные и есть порядок, который на бедлам она уже здесь не променяет. Всех, кого нужно в этой жизни на данный момент, она приблизила, кто ей не нужен, здесь все отдалились. И тот комфорт, да, или зона комфорта, в которой она сейчас находится, это самое спокойное, что ей нравится, да. Не надо никаких крутых перемен, ни в лучшую сторону, ни в худшую, все, да. Вот спасибо на том, что есть, и в этом вот мне пока комфортно, и ничего другого я не хочу. Вот так вот здесь показана ситуация. Даже больше отдаляться, отстраняться не буду, потому что здесь действительно четко, ясно и конкретно, да. Вот моя ситуация, и другого я не хочу. Все, что было, прошло, даже если это плохое закончилось, сейчас порядок, стабильность, и все хорошо. Так, хорошо, давайте теперь смотреть, как вы встретите Новый год. Не в молчании, не в одиночестве. Причем какое-то предложение здесь или приглашение, вы на него не согласились, да? Или знали, что, там, допустим, в середине года вы с кем-то договаривались, что давай встретим вместе, а потом не тот человек не обмолвился, и вы не напомнили, да? Момент, что какое-то предложение, да, или приглашение вы здесь не стали рассматривать для себя. В противовес тому, что выбрали что-то такое, да, того человека, с которым вот только вы наедине, допустим, с ним ходите. Или это родные и близкие люди, и только с ними, да, больше никого не надо. Либо наоборот, это только друзья, и все, да. Приятная душе компания, которую вы выбрали сами. Вот, но я говорю, здесь вторая ситуация была, которую вы вот либо скромно промолчали, либо культурно отказались, либо просто не напомнили о том, что когда-то имела место договоренность. Так, что еще, как вы встретите Новый год? Куда-то бежать, кого-то поздравлять, да, там, я сейчас возьму такси и объезжу там родных, близких, такого желания здесь не будет. Здесь будет желание сидеть в одном каком-то конкретном месте, там, или это свой дом, да, или дом родных, близких людей, или дом друзей, там, подруг. Здесь момент того, что вот,
Я выбрала для себя место, и с него я вообще никуда двигаться не буду. Может быть, здесь еще момент, что для моего же собственного блага лучше я буду находиться там, где нахожусь. Ну, сейчас мировая ситуация у нас такова, что да, какие-то скопления и перемещения по людным местам, конечно, их лучше не допускать. И да, это правильно. Вот, возможно, здесь такая мысль, что лучше я посижу, да, для своего собственного спокойствия, никуда не поеду, так мне будет хорошо. Я выбрала ту компанию, в которой я буду, и больше мне не надо. Да? Мне так хорошо, мне комфортно. Уединение с теми, кто нужен, без каких-то, да, вот посторонних здесь вмешательств. Что еще здесь, как вы встретите Новый год? Загадаете себе что-то новенькое здесь, но здесь новенькая маленькая возможность получения какого-то навыка. Или загадаю себе, чтобы я чему-то научилась. Или я, чтобы что-то узнала. Но здесь, видите, без глобальных перемен, потому что вы боитесь здесь нарушить тот баланс, который вы себе создали. Вот. И поэтому здесь желания будут минимальные, чтобы вот просто эта ситуация, да, не стала развиваться в ином направлении. Потому что так как сейчас все под контролем, да, когда в нашу жизнь входит что-то новое, новые люди, да, там новая работа, увлечение, еще что-то, то, конечно, все меняется. И тот порядок, который мы так монотонно, да, там создавали, скрупулезно, вот, конечно, он тоже нарушится. Вот поэтому у вас здесь и желания такие осторожные. Ну, вот опять же, какие-то проблемы здесь, девочки, здесь в прошлом. Для себя, если есть какой-то страх, да, вот только бы не нарушилось, только бы не нарушилось, да, как говорят, вот только бы не сглазить. Не переживайте, здесь у вас действительно сейчас полоса стабильности. И если вы сама здесь не накуролесите, если вы сама здесь, ну, не будете делать каких-то таких вот резких поворотов, вот, и динамичных шагов, то ваша жизнь вот в этой стабильности пока и будет развиваться. В принципе, здесь третий расклад такой ровненький, спокойный. Вы знаете, чего вы хотите, вы наслаждаетесь сейчас тем, что имеете, и пока вот новых впечатлений вы себе даже и не хотите. Я думаю, это тот отдых, который вы себе организовали, и, конечно, со своей стороны пожелаю только вам им наслаждаться. И пусть та стабильность, которую вы себе создали, продлится ровно столько, сколько вы сами хотели бы. Я желаю вам всего самого наилучшего. Поздравляю с Новым годом. И до встречи в новых видео. Пока-пока.